Я только что вернулась с магазина. И сейчас опять будем пробовать отмывать ванную мою. Спасибо вам, девчонки, что пишете мне комментарии. Благодаря вам я ищу новые методы, как ее можно отмыть. Значит, мне посоветовали туалетным утенком. Не помогло. Второе, это я взяла какой-то гель, то ли чистюля. Тоже не помог. То есть он намного ядренее, чем Доместос. Еще мне посоветовали Сантри-гель. Вот его я сегодня купила. Еще такой интересный момент. Захожу в магазин, говорю, дайте мне Сантри. А там стоит Сантри написано. Сантри-гель. И показываю на эту банку. А продавщица мне такая, Сантри-геля нет сейчас. Это просто Сантри-жидкость. Я говорю, хорошо, давайте жидкость. Смотрю, что там написано. И спрашиваю, а можете мне показать еще что-то от этого налета? Она такая начала показывать мне какие-то средства вообще, которые и близко даже я не покупаю, потому что они говняные. А я такая, а давайте что-то пожестче посмотрите, пожалуйста. Она достает банку, тоже там Сантри написано, но какой-то там другой типа. Говорю, давайте вот этот, он походу ядреный, все, берем. Взяла, оплатила, выхожу на улицу, читаю, Сантри гель. Ну, короче, это чисто, вот это я так всегда на работе туплю. Но все-таки я купила Сантри гель, он такой ядрененький. Сейчас попробую на одном клочке ванной, потому что, честно говоря, мне такой химии страшно ее заливать. И проверим, поможет моей ванне или нет, потому что уксуса, конечно, я использую много. И как-то он дальше уже просто перестал работать. Еще хотела показать вам одну штучку. Купили в Авроре. Аврора, типа фикс прайс. Вот такой штатив для телефона. Он здесь выдвигается на высоту. Тут утяжеленный низ. Очень прикольная вещь. Знаете, сколько стоит, девочки? Давайте, напишите, как вы думаете. Стоит всего лишь 50 гривен. Даже меньше, по-моему, 40. Представляете? Это, ну вообще, крутяк. Вот такой у меня гель. Сейчас почитаю, как его использовать. Так, нанести средство под ободок или на загрязненную поверхность с помощью щетки или губки для удаления стойкого загрязнения или пятен ржавчины. Выдержать средство на поверхности 5-10 минут, после чего потерять щетка. Короче, 5-10 минут будем держать. Итак, кульминационный момент. Все, теперь 10 минут выдержим. Так, 10 минут прошло. Чудо не свершилось. Да, жаль. Сейчас смою, посмотрим, что там будет. Пахнет приятно, но эффекта ноль. Ладно, теперь я вижу, что в принципе в ванне ничего не случилось. Ну как, в принципе, вот эта часть такая белая стала, ладно. Сейчас залью, короче, всю ванную, посмотрим, может где-то отмоет. О, залила. Опять же, будем ждать. Ну, вот там видно, трошечки светлеет. Но, опять же, вот тут, например, никаких изменений. Абсолютно. Ну вот, девочки, видите, не помогают эти средства. При легком загрязнении оно бы помогло, но у меня, видимо, оно не очень легкое. Видите, тут так все и осталось. То есть тут надо что-то посильнее. Прилегла я отдохнуть, и это маленькое чудо легло мне в ножки вместе со мной. Прям не могу, такое сладкое зайка. Прям на ногу. Не дотянусь, лапусь его ногой.